Добрый день. Сегодня мы приехали к экспоцентру, вышли из метро Выставочная, прошли буквально 25 шагов и находимся у западного входа в экспоцентр, где проходит фестиваль, ярмарка «Жар птиц». Сегодня суббота, предпоследний день работы «Жар птицы». Народу никого, 3 часа дня. На входе контроль проходим. Уже несколько лет фестиваль «Ярмарка «Жар птица» проходит на территории экспоцентра. Весной, в Москве, в апреле, каждый год. Раньше она проходила также в Сокольниках, а помнится даже и на ВДНХ. Честно признаюсь, ехать сюда мне абсолютно не хотелось по одной причине, потому что мне не нужно ничего, ну вот просто ничего из того, что здесь продается. Но поскольку на нашем сайте мы постоянно публикуем информацию об этой ярмарке, я посчитал своим долгом приехать сюда и снять свежий обзор выставки. Эта ярмарка ничем не отличается, на мой взгляд, от большинства подобных, которые проходят круглый год по всей Москве. Может быть, специалисты найдут отличия, я их не нахожу. Да, тут чисто, аккуратно, экспоцентр, все цивилизовано. В общем-то, для отдыха неплохое место и для шопинга, наверное. Большинство товаров, видимо, фабричного производства, и народные они в том смысле, что, наверное, отражают народное настроение, да? Ювелирка, в общем, смотрите сами. Ну что можно сказать по поводу этого праздника жизни, на котором я сегодня для вас поснимал ассортимент? Во-первых, тут хорошо под крышей, широкие проходы, не душно, большой выбор товара, сувенирка, ювелирка, одежда и примерно 1/5 занимает продуктовые отделы. На этом я с вами прощаюсь. С вами был канал «Один в Москве». Всего вам доброго.